Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалая. Глядіть у гэтым выпуску. Сродки для развития бизнеса. Конкурс предпринимальников стартуя на Гомельщине. Житковичи протягивают рыхтоваться до областных дожинок. У парадок приводят у тымлику объекты социальной сферы. А зараз об гэтым и іншым больш подробязна. С завтрашнего дня на Гомельщине стартует конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства. Он протягнется до 24 листопада. Удельники отримают субсидии для частковой компенсации процентов за користание банковскими кредитами, а так само выдатков на выплату лизинговых платежей. Для этого конкурсанты должны представить инвестиционные проекты, накированные на развитие вытворчести товаров и послуг. Обовязковая умова створения новых працоўных месцаў. Комитет державного контроля у Гомельской области 31 кастрычника проведет с жыхарами региона одразу нескольких горячих телефонных линий. С 10 до 11:30 специалисты откажут на питание предоставления организациями в области полноты и якости жилево-коммунальных послуг по отеплению и горячим водозабеспечением. С 11 до 12 годин можно звернуться по проблемах, связанных с гандлевым обслуговыванием у розничной сетцы. А с 12 до 13 годин по питаниях наведения парадку на земли. Специалисты Держконтролю уважливо выслухают каждый зворот и знойдут решение в рамках компетенции контрольного ведомства. Житковичи рыхтуются до проведения областных дожинок 2017. Згодно с решением облавы конкама, свято працевников вёски пройдет 17 листопада. Хоть у парадок приводятся не только объекты, которые мают дочинение до аграрного сектора. Олег Сентюров наведал районную больницу, где проводится полная реконструкция детячего отделения. Работы по доброму порядку сегодня на Гомельщине не спыняются. Починали ранней весной у Овеца, зараз протягиваются у Гомеля. Але бодай самый значный объем выполнен у Житковичах, столица областных дожинок 2017. Улица, школы, центральный парк, автостанция. Новый выгляд у Житковичах набывает литерально вся инфраструктура. Достатково значный объем работ запланованы и у районной больницы, одной из старейших местовых установ. По вогуле первую больницу у Житковичах побудовали на початку 1900-х. Зараз той будинок не захавался, але як своеасаблівы помнік таго часу на тэрыторыі райбальніцы расце прыкладна 150-гадовы дуб. Сучасная районная бальніца – медыцынская установа, якая адпавядае ўсім патрабаванням. Сёння ў 7 аддзяленнях аказваецца практычна ўся неабходная дапамога за выключэннем лячэння рэдкіх і асабліва складаных захворванняў. У такіх выпадках хворых накіроўваюць областныя установы. Мы дзяцей адправляем вышэстаящыя, в Гомель, например. Если ребёнак... Наша больница не может оказать ему помощь. То есть требуется оказание специализированной помощи, то есть которая у нас даже не запланирована. То, что касается состояния нашей больницы, какая помощь должна у нас оказываться, у нас все имеется, все оборудования, все лекарства и формы, которые в суспензии пероральной, формы инъекционных антибиотиков, физиолечения, ингаляции у нас всевозможные проводятся. Дитячему отделению зараз особливая увага. У селяким разе миновито тут проводятся самые масштабные работы. При этом у больницы не выкористовывают ни одного бюджетного рубля, а притягнули сродки замежных инвесторов. Больше 70 тысяч евро у рамках отповедного проекта предоставил немецкий доброчинный фонд. До речи, 2 года тому этот фонд за сродки, собранные жахарами Германии, подорвал жидкость районной больницы с участной фиброгастроскоп. Мы закупаем за их средства материалы, и наши рабочие производят ремонтные работы. Ну и, естественно, каждую пятницу мы отчитываемся перед немецкой стороной из-за расходования материалов, о том, что мы выполнили, и планы на следующую неделю. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра у областным онкологичным диспансере по улице Медицинской, 2, супрацовники МНС проведут в учении. Суместные тренировки выратовальников и медицинских работников распачнутся у 10 годин. По легенде, умовное узгарание отбудется у подвале головного корпуса. Огонь охопит 150 квадратных метров медустановы. На боротьбу с им накируют амаль 20 одинок техники. Еще раз нагадаем, что это в учении, тому просьба жихару областного центра не полоха.
На президиуме Гомельского областного совета ветеранов сегодня подвели попередние выники работы за год, обмерковали финансовые питания и вызначились с проектом бюджета на 2018. Зараз сирот жыхару Гомельской области амаль 370 тысяч ветеранов. Причем ветеранов великой чинной войны засталось усяго каля 700 человек. Допомогши кожному, кто мае потребу, задача районных ветеранских организаций и областного совета. Причем часто людям не обходно не столько вырашение неких финансовых проблем, кольки живые зносины. Что до финансования, то яно державное и ожыццяўляецца по особной программе. Калі гэтых сродкаў не хапае, допомагают выканкамы и спонсоры. Частей за все на их долю припадая каля 30% финансовых сродкаў. Сёлета ветеранские организации смогли выканаць усе задачи и год лічыць для себе паспяховым. Мы выполнили практически все наши планы. А наши планы какие? Это общение с ветеранами, посещение районов, ветеранских организаций, особенно первичных, где редко бывают вышестоящие иногда руководители наши. Поэтому мы стараемся там быть, чтобы узнать о нуждах людей, где-то упредить какие-то вопросы, которые ветераны самостоятельно не могут решить. У Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина отбылась творчая встреча с народной артисткой Беларуси Галиной Паулянок. Гости вечера доведались об житевом и творчем шляху выдатной вокалистки, почули проникненные музычные творы у ее выконания. Мероприемство было организовано в рамках культурно-информационного проекта «Гомель у особах», закликанного ознакомить жыхару областного центра с их талановитыми земляками. Галина Паулянок, народная артистка Беларуси, лауреат премии президента краины за духовное адраджение, ведущий майстер сцены и мастацкий керавник Гомельской областной филармонии. С раннего дзяцінства яна полюбила музыку и все свое житё присвятила сцене. За плячыма артистки Гомельское музычно-педагогичное училище, Ленинградская консерватория имя Римского Корсакова, годы працы солисткой оперы Новосибирского державного академичного театра оперы и балета. Без малого 40 годов Галина Паулянок працуе у Гомельской областной филармонии. Профессионализм, выдатные вокальные дадзеныя, великий сценичный опыт допомогли ей завоевать любовь слухачоў як у нашей краине, так и далеко за ее межами. Кожное выступление артистки – сустрэча с высоким мастацтвом, якая дарыць слухачам самые яркие и шчырыя эмоции. Між тым, за таким великим поспехом упартая мэтанакіраванасць и бесперапынная праца над собой. То, что ты получил в консерватории, это все должно тебе сейчас помогать. Но ты, человек сам еще работает много. Это огромный труд. Повседневные, будем говорить, даже если я не пою, это не значит, что я не работаю. Все равно у меня мозги только направлены на это, как бы где-то там параллельно с жизнью идут. Потому что, как и у вас, тоже вы только этим живете, это ваша работа. Поэтому работа – это важно очень, именно которая по призванию работа, она очень ценна. Потому что человек, который по призванию работает, он счастливый человек, я считаю. Сегодня гости, эксперты программы «Добрый вечер, Гомель» поразважают про лёс собаки. В прямом эфире удельники передачи будут вести размову про якость життя четвероногих сябров и про то, как можно вырашить проблему бездомных живёл. Присутные у студии «Доброго вечера» звернуть увагу на то, у яких сферах сегодня поспяхово выкарыстовываются здольности собак, як яны допомагают людям и по яких причинах оказываются на улице. А так само, дякуючи кому знаходят новую семью. Творчая группа программы «Добрый вечер, Гомель» запрошает долучаться до размовы у прямым эфиры. Телефонуйте у студии прямого эфира у Гомеле 34-22-43. Покидайте ваши поведомления на Вайбере и у группе ВКонтакте. Ночные заморозки и первый снег чекают гомельчан сегодня у ночи, поведомляют синоптики. Апошняя декада кастрычника на 2 градуса ниже за климатичную норму. Так, у первой половины тыдня дневная температура не поднималась выше 4 градусов тепла, а ночью были заморозки. Уже у пятницу чекается потепление. Метеорологи лечат, что слупок термометра узнимется до плюс 10. Нагадаем, у минулом годе первый снег у Гомеле выпал 26 кастрычника. И стал сапраўднай нечаканасцю. За сутки в областном центре было зафиксовано больше за 30 ДТЗ. Дзяржаўтоінспекцыя рекомендует водителям загадзя подрыхтоваться до несприяльных умов надворья и поменять у авто летние шины на зимовые.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Михаил Садоўскі.